У всех людей свои проблемы, а в мире так вообще беда. И я не смог сломать систему, которая всегда была. Ведь не секрет, что ночью спим мы. Кто на диване, кто в кровать. А мне страшнее Хиросимы под темнотой на краю спать. Жена хитрющая, конечно, легла у стенки и сопит. Непринужденно так, беспечно, а в комнате сумбур царит. Увидел отблески на стенке, услышал шорох, треск любой. Вспотели локти и коленки, под одеяло с головой. Сгруппировался, плотно сжался, дыхание затаив лежал. Бесстрашно мне тогда казался, минут 15 я поспал. Но вздрогнул от прикосновения, когда на палец мой большой присел без капли опасения какой-то монстр неземной. Я вспрыгнул, вскрикнул, начал бить. Удар, удар, еще удар. И удалось мне победить какой-то хилый был комар. Я посмотрел, жена спокойно у стенки спит. Я тоже сплю, уже как самый храбрый воин, в клубок свернувшись на краю.